Кушать хочется. Вот-вот. Какая вкуснятина! Вот-вот. Даже ты со мной согласен. У меня была тренировка, вот и проголодалась. Подайте вот эту сосиску. Я домой. Ты что, попробовать не хочешь? Совсем даже наоборот. Такая ароматная и упругая. С первого взгляда становится очевидно, что невероятно вкусная. Но стоит ли ее брать? Ведь дома в холодильнике нас ждут остатки вчерашнего ужина. Нам с сестрой остается сделать только одно. Пересилить свое желание это съесть! Стой! Я вообще не поняла! У меня нет денег. Идем есть остатки вчерашнего ужина. Нет уж. Идем есть остатки вчерашнего ужина. Нет уж! Шимао, дома ждет твоя любимая никудзяка. Только уже 6 дней. Сначала это и правда была никудзяга. Готово. Только ты каждый день подкладывал еду к остаткам. И что мы получили? Это больше не никудзяга, а подозрительная, непонятная темная субстанция. Может, она и правда немного темновата, только... Подозрительная, непонятная темная субстанция! Она просто немного настоялась. Мрак! Ладно, согласен, она чернее ночи и слишком долго простояла в холодильнике. И вообще денег нет, потому что ты вечно себе вкусняшки покупаешь. Получил, что заслужил, ясно? У меня при себе карманные. Подайте, пожалуйста, жареную сосиску. Держите. Что за взгляд? Да просто проклинаю эту сосиску, чтобы она стала темной и подозрительной. Переключи! Хочешь, дам куснуть? А то под твоим взглядом мне кусок в горло не полезет. Кусай. Шимао. Только один укус. Один ведь укус. Ты что, совсем оборзел?